Телеканал «Загородная жизнь» совместно с ландшафтной мастерской «Авторский сад» запускает новый проект «Ландшафт без проблем». С помощью профессиональных ландшафтных архитекторов мы ответим на горячий вопрос от телезрителей нашего телеканала и узнаем, как можно своими силами решить даже самые сложные проблемы благоустройства загородного быта. Здравствуйте, я Оксана Хлебородова, ландшафтный архитектор, руководитель студии «Авторский сад». Мы с вами снимаем цикл передач. Мы делаем парк садов в нашем питомнике, и это второй сад в этой серии. Если первый сад у нас был огород, в котором можно было и посидеть, и погреться на солнышке, и съесть ягодку, то этот сад, в общем-то, тоже довольно интересный. Этот сад теневой, но, как вы видите, мы находимся на абсолютно таком ровном, открытом, освещенном пространстве. И при всем при этом мы будем делать теневой сад. Мы посмотрим, что можно сюда, что можно посадить, какие растения, которые будут нам давать тень. Мы будем сажать те растения, которые сами дают тень. И, кроме того, мы будем сажать те растения, которые живут в тени. Хосты, астильбы, все то, что мы привыкли видеть в теневом саду, я очень надеюсь, что будет прекрасно здесь жить. Вот для тех людей, у которых солнечные, открытые, новые участки без всякой растительности, мы сейчас покажем, что можно сделать, чтобы сразу оказаться в такой, ну, вот уже даче, которая заросшая растениями, и чтобы какие-то теневые уголки, в которых приятно посидеть в жаркий полдень, чтобы они у вас оказались. Как обустроить такой уголок? Ну и все, давайте смотреть, что получится. В этом садике мы загораживаемся от солнца. Первое, что нам надо сделать, это посмотреть, откуда, собственно, с какой стороны нам нужно загородиться. Вот эта сторона у нас южная, несмотря на то, что солнце сейчас светит мне с левой стороны, но сейчас уже вечер, у нас вечерние посадки, потому что растения вообще лучше приживаются, когда их сажаешь в жаркое время года перед, вечером, перед более прохладной ночью. Вот, поэтому мы высаживаем живую изгородь из туй с солнечной стороны, с южной стороны, чтобы она нам сразу дала большую тень. Вот эти высокие туи, ну, они нам достались по наследству, можно сказать. Мы их высаживаем, они все немножечко разные, но когда мы их пострижем, у нас будет стенка такая однородная, хорошая, хвойная, стенка такая бархатная. И дальше мы будем высаживать уже лиственные растения, которые будут шатром закрывать всю остальную территорию. Вот. Ну, наверное, не всем посчастливится достать такие туи. Если у вас туя маленькая и вы хотите посадить ее в живую изгородь, не стоит сажать туи слишком широко. Вот это ошибка, которую делают очень многие дачники. То есть сажаются туи через 3 метра, сажаются туи через метр. Даже через метр это все равно слишком широко. Туи должны сидеть так, чтобы они практически смыкались своей хвоей вот с соседки, туи соседки, дружка с дружкой. Только тогда при небольшом расстоянии они очень быстренько образуют живую изгородь, плотную, вот именно стенку, такую европейскую, хорошую, качественную стенку, которая нам так нравится в садиках, которые мы видим в книжках, на страницах журналов, и вживую там, где эти стенки уже сформировавшиеся и давно растущие. Поэтому даже маленькие туи мы сажаем чуть-чуть почаще. В принципе, норма такая, что на погодный метр маленьких туек можно сажать 2,5 штучки, то есть примерно через 40 сантиметров. Если это туи где-то 1,40 м, 1,60 м или и того меньше, то вот на таком расстоянии мы их сажаем. И все.
роман «Горгазон» со своим замечательным газоном. Прошлый газон не устает нас радовать. Значит, газон прижился действительно там. На следующий день он был уже абсолютно зеленый и не пожелтел, и с ним не было никаких проблем, никаких вопросов. Поэтому мы продолжаем сотрудничество с этой фирмой с удовольствием. И сегодня еще несколько вопросов про газон мы с вами зададим Роману. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Роман. Очень рад вас видеть сегодня. Многие задают вопрос, мои заказчики, насколько этот газон дорогой, то есть им кажется, что это что-то очень дорогое. Вот оно действительно дорогое? То есть человек, у которого участок 6 соток, и ему там ну, максимум сотку надо занять этим газоном, может ли он себе это позволить? Вы знаете, я считаю, что все познается в сравнении. Если мы используем семена, конечно, будет большая разница в стоимости, но результат вы не получите. Очень многие люди, которые сеют семена через 2 года, только могут добиться какого-то либо более-менее результата. Поэтому, если сравнивать с семенами, это как бы немного дороже. Но если мы берем просто как рулонный газон и с учетом стоимости земли, деревьев и всего остального, мы идем с другого угла на данную проблему, то, конечно, это недорого. Недорого ориентировочный бюджет на 100 метров, это будет в районе 28-30 тысяч на хороший газон. И самое главное, результат он моментален. Вот вы можете позвать друзей и уже гулять по этому газону. На самом деле, смотрите, что я вам скажу. Когда мы сеем газон, там по-любому будут лезть сорняки. Как бы мы ни подготовили почву, какие-то заносятся, какие-то задуваются ветром одуванчики. И вот прополка вот этого нежного газона, когда мы боимся вообще дотронуться до этих проросточков, да, надо там по ним как-то ползать, вот кладутся виды фанерки, там оргалиты, там ползают на коленках люди, пропалывают одуванчики. Значит, это очень трудоемкий какой-то такой очень нервный процесс. Мы уже хотим газон, да, у нас вот такое вот какое-то взращивание какого-то, значит, нежного существа. Вот этот газон, он решает эти проблемы тоже. То есть мало того, что в нем нет сорняков, он еще и придавливает вот этой своей толщей, плотной вот этой дерниной, он придавливает те сорняки, которые могли бы в грунте оказаться. И, ну, какой-то осот, может быть, пробьется, но всякая мелочь через него просто не пробивается. Поэтому мы кучу себе сил, времени, денег экономим за счет того, что мы кладем газон, который избавляет нас от прополки. Вот это вот очень большое счастье. Вот. И тогда, Роман, еще такой вопрос. Как лучше, покупать это в магазине или если нам нужно много, может быть, заказать непосредственно в вашей фирме и нам его доставят или как? Вот как это все происходит, как надо? Кому позвонить, что сказать? Я рекомендую все-таки покупать в нашем магазине. Объясню, почему. Вы можете приобрести данный газон где-то на рынке, либо в торговых центрах продается. Но проблема в том, что газон будет залежалый. Он будет лежать уже несколько дней. А мы срежаем газон в тот же день и везем вам. Соответственно, он не будет сухим, он будет более ярким. И риск того, что он не приживется, равен нулю. Да, согласна. Значит, смотрите, еще такой вопрос. Состав травы. Вот здесь у нас мятлик с овсяницей, то есть это универсальный газон или нет? Нет, это элитный газон так. Сейчас. Здесь 100% мятлик. Ой, как овсяницы хорошо. Овсяницы никакой нет. Я бы хотел тоже обратиться к нашим зрителям и объяснить им, что не стоит покупать овсяницу. Овсяница, она... Ее плюс в том, что она, ну, сама, как ее структура, она более широкая и может закрыть, ну, обильные куски земли. Но ее минус, она не настолько эстетическая, как все-таки мятлик. Поэтому вот я советую использовать именно. А для каких-то простых дач, где люди хотят сэкономить, можно, конечно, купить овсяницу, но визуальный эффект совершенно другой. Ну, как дизайнер могу сказать, что мятлик, он изумрудный. Да, вот он всегда очень такой яркий, он после зимы выходит очень яркий, у него меньше повреждений. Вот поначалу, может быть, тот, который с овсяницей, вам покажется более густым, потому что овсяница, ну, это такая меленькая травка, его просто берешь и просто у него как ворс, как мех такой вот. Но потом овсяница может уйти просто в процессе. А то, насколько здорово это будет смотреться в наших садах, я думаю, что мы с вами увидим через некоторое время. Роман, спасибо огромное. Спасибо вам. У меня в руках хоста. Это идеальное растение для теневого сада. Именно в тени хоста покажет вам все самые свои лучшие качества. На солнце, конечно, она тоже может расти, но тогда ей понадобится очень обильный полив. Посмотрите,
какие хосты симпатичные. И они бывают совсем разные. Голубые, пестрые. Они могут быть зелеными, желтыми, кудрявыми, совсем белыми. Или черешки их могут быть бордовыми. Но разобраться во многообразии хост очень сложно. И есть один момент. Иногда в описании сорта указывается сорт А, спорт от сорта Б. Что же это такое? Видите, у хосты несколько вееров. Листья отходят прямо из почвы. И иногда в большом кусте хосты появляется совсем другой веер. Например, в голубом появился желтый. Если вам повезло, вы можете раскопать свою хосту, разобрать ее на вееры, и у вас окажется новый сорт. Естественно, живая изгородь из хвойных растений гораздо более качественная и гораздо более такая всесезонная, потому что мы можем сделать живую изгородь из любых лиственных растений, но это будет только на лето. Конечно, тень нам нужно давать только летом, но любоваться мы хотим весь год. Поэтому из хвои что можно еще посоветовать? На самом деле прекрасно стрижется елка. И елку нужно стричь следующим образом. Мы берем невысокие елки, те, у которых еще тонкие ветки, тонкие стволики, и тоже сажаем их очень близко, так, чтобы они не просто смыкались, не просто стояли рядом, но немножко переплетались хвои. Вот елка с елкой, чтобы ветки, лапки входили дружка в дружку. И отрезаем макушки на четверть, примерно на четверть елки. Знаете, если рука поднимется, это не просто, когда вы подходите к хорошей, аккуратненькой елочке, и вам надо чикнуть вот эту макушку, это надо сделать усилие над собой. Но если мы хотим именно изгородь, именно стриженную, именно стенку, макушки мы отрезаем. И дальше мы немножечко подрезаем у этих елок бока, так, чтобы у нас стенка получалась не очень широкая. То есть, если мы хотим просто посадить елки в ряд, не вопрос, можно. Но если мы хотим сделать из них четкую такую стриженную стену, значит, мы отрезаем бока, отрезаем верхушки. А сосна чуть хуже формируется. То есть елка чем хороша? Елка, во-первых, ну, понятно, что она абсолютно такая стойкая, да, она гораздо даже более стойкая, чем туя, но елка дает еще очень много почек на своих побегах, просто на длине всего побега у нее куча может быть дополнительных веточек. То, что нам так нужно для того, чтобы живая изгородь плотная получалась. А сосна не очень хочет, она дает почки только на концах побегов, поэтому если мы очень сильно обрежем сосну, мы не скоро дождемся вот или вообще не дождемся заполнения вот этих пустот, которые образуются при обрезке. Но это такие тонкости, в общем, не берите в голову. Значит, хорошо из туи, хорошо из елки. Может быть, можжевельники вертикальные, если вы их любите, Blue Rose, Skyrocket, из них тоже можно делать живые изгороди. Ну, а если вы, в принципе, не любите хвойных растений, любые кустарники стригутся великолепно, но не такой высоты. Значит, такая высота из боярышника, но боярышник очень долго растет. Ну, что можно еще посоветовать? На самом деле, чубушник можно стричь хорошо. Чубушник – это наш дачный жасмин. Но либо мы его стрижем, либо он цветет. Вот это, к сожалению, со всеми цветущими кустарниками такая, проблемка, можно сказать, потому что вроде растение хорошо стрижется, вроде из него можно сформировать красивую форму, но то, за что мы его любим, вот это цветение прекрасное, душистое, значит, не будет. Значит, рядом сажаем жасмин, который цветет, чубушник, рядом сажаем тот, который стрижем. Вот такой выход из ситуации. Если у вас участок теневой, у вас много деревьев в саду, можно сделать прекрасный цветущий сад, несмотря на то, что тени много. Мы можем высадить обильные куртины хоста, стиль, можем посадить лилейники, можем посадить даже белокопытник, который на контрасте листвы создаст очень интересное сочетание, например, с теми же лилейниками. Можем посадить герань, которая тоже очень красиво цветет. Таким образом, ваш сад будет насыщен красками и будет очень интересно, несмотря на то, что большая часть времени находится в тени.
качестве растения, которое будет давать нам замечательную тень, мы выбрали белую акацию. На самом деле белая акация – это мечта очень многих людей, потому что ассоциации с югом, с каким-то приятным отдыхом, с какими-то более теплыми и приятными временами, днями, потому что она душистая, она волшебная, она какая-то немножко нездешняя. Она, конечно, растет в Москве и довольно много, но все равно так, чтобы она росла более массово, ну, это, наверное, какие-то другие регионы. А что значит другие? Это значит, где-то мы хорошо отдыхали, приятно проводили время, скорее всего. Поэтому вот эта ассоциация с чем-то таким волшебным, вот она у нас тут будет присутствовать. Значит, кроме того, почему, собственно, еще она? Потому что она раскрывается шатром. То есть, когда белая акация растет, вот у нее такой тип роста, что она выдает очень такие длинные побеги, и дальше побеги и по тяжестью цветов, и по тяжестью, значит, листвы, и как-то и от дождей, и от снегов, они распадаются, они получаются таким шатром. Вот. И наша задача посадить эти кусты так, чтобы они сомкнулись над нами шатром. Поэтому мы на таком довольно близком расстоянии сажаем белую акацию, уже взрослые практически кусты, и дальше просто мы ждем, когда она разрастется. Действительно, еще раз повторю, кустарник очень быстрого роста, поэтому она очень скоро даст нам ту тень, о которой мы здесь так мечтаем посреди поля солнечного. Еще раз я обращу ваше внимание на то, что без хорошей почвы не бывает хорошего сада. И газон здесь не исключение. За 10 дней до того, как мы укладывали этот газон, мы обработали почву препаратом Экомик в разведении 1 к 100. Это примерно полстакана на 10 литров воды. А когда мы уже уложили наш газон, раз в 10 дней мы будем опрыскивать наш газон в разведении 1 к 1000 тем же препаратом. Это один колпачок на 10 литров.